друзья! С вами, как обычно, Паша Блейзин, Антон Довфикс, и сегодня мы играем в группу названием GTA 5 Online с рубрикой «Эксперименты». Привет, друзья! Друзья, в сегодняшней серии мы с Антоном собрали только самые лучшие и крутые тачки. И сегодня, ребята, у нас есть класс суперкаров и спорткаров. Крутые ребята, бигфуты, внедорожники, это машина, гусеница и машина, колючка. А также, ребята, есть военная техника, это танки, а также строительные тачки. За них, пожалуйста, отдельно лагусик. И сегодня все эти машины мы будем тестировать на офигительном эксперименте лестница, где зеленый, желтый, синий и самый жесткий красный уровень. И сегодня мы посмотрим, какая же из этих крутых машин сможет забраться именно на самую высокую ступеньку. И, друг, сейчас же ставь лайк, подписывайся на мой канал, если еще вдруг не подписан. Но я желаю тебе приятного просмотра, приятного настроения и приятного аппетита. Ну что, ребята, мы уже готовы с Антоном начинать нашу рубрику, готовы уже экспериментировать наши тачки. Ну и, ребята, давайте на камеру, чтобы мы могли определить, кто первый, кто второй будет выбирать у нас машины. И, Антон, давай открываем наш чатик, друзья. Давай, и давай. Сейчас надо написать такое слово, чтобы победить Антона. Я написал. И выбрать сторону тачки. Ладно, раз, два и три, пау, камень, ладно, хорошо, давай еще раз так, друзья, вот сейчас, так, блин, с чем мы написать? Я готов. Так, стой, подожди, я думаю, вы же так, нет, я запутался, ладно, все, раз, два и три, бам, это у меня нож, задницы, короче, получилось, а у тебя был, друзья, я сегодня побеждаю, и получается, я могу выбрать сегодня сторону тачек, либо же красные, либо же желтые, ну, смотрите, друзья, ну, давайте посмотрим, значит, желтые, ну, так, ну, тут ламба, там ламба, так, быстро тут ламба. Тесла, тут Тесла, так, ну, блин, тут какой-то суперкар, там какой-то суперкар, так, тут Бигфут. Ребята, машина колючка, а тут что? А тут машина гусеница. Блин, ну, не знаю, тут тачки, знаешь, тачки как-то разнообразные. Я даже не знаю, какие выбрать, красные или желтые. Мне больше нравятся желтые. Блин, желтый, ну, а мне... И, друзья, я запутался, короче, напишите вы в комментариях, какие вы бы тачки выбрали, желтые или же красные, потому что я сейчас смотрю, но они практически одинаковые, и, честно, они все крутые, блин, а можно я возьму, короче, колючку, да, из этого ряда, потом я возьму танк из этого ряда. Ну чё? Блин, ладно, хорошо, друзья, все, я выбираю красный набор тачек, мне он нравится чуть-чуть больше, ну, блин, хотя желтый тоже круче, так что, друзья, напишите вы в комментариях, какой вы бы набор тачек вообще выбрали. Ну, Антон, давай возьмем наши первые машины. У меня, ребята, это Lamborghini Aventador. Обычно, а у тебя какая-то ламба из будущего, блин. Она а самая быстрая. Ну, не знаю, друзья. Мне кажется, то, что Aventador все же круче, потому что, друзья, ну вот только посмотрите. Реально крутая машина. Ты посмотри, ну, на мою ламбу. Да, полная фигня. Ладно, раз, два, три, Антон, полетели. У-ху! Вау, а вот это вот скорость. Вот это, слушай, нормально так газует. Сатана, ты все застряла. Ё-моё, а вот у тебя тоже застряла. А у меня вот задом. Да, в смысле? Ой. Блин, слушайте, что-то не очень задом. Пока-пока. Пока-пока, иди-ка сюда. Друзья, мне... Мальчина, иди, брать, смотри. Давай, иди сюда. Ты что делаешь? Бам! Ой, блин, ё-моё, друзья, я только ламбу сейчас это разобью, короче. Давай, да, давай. Нравится, смотри. Ё-моё, капец, друзья. Кстати, знаешь что, я бы, вот, ты бы хотел вообще в жизни себе Lamborghini вообще, а? Конечно. Блин, а вот, честно говоря, друзья, я бы не хотел Lamborghini, потому что она очень быстрая и просто для города, она вообще, ну, тачка просто не для города, мне кажется. Она, знаешь, для таких, для гонок, для трасс. Классная вообще, тачка, ты друзья, кто, вот вы знаете вообще хоть какого-то человека, у которого есть Lamborghini, вот. Я знаю только одного человека, это вроде как Дима Гордей, и все, друзья, я больше никого не знаю, у кого есть ламба. Если вы знаете, то напишите в комментариях. И, Антон, слушай, у меня уже все, у меня пятая ступенька, у тебя какая? У тебя какая там? Седьмая. Это, седьмая, ну, друзья, получается, у меня пятая, у Антона седьмая, у Антона лучшая тачка. Ну и, ребята, мы уже переходим к следующим нашим машинам. Ну что, ребята, следующие машины, это, ребята, наши Теслы. У меня, ребята, это Tesla Model S, у Антона это Tesla Model X. Ну, сейчас мы проверим, что вообще будет круче. Ну, ладно, Антон, раз, два, три, полетели, все, погнали. Погнали. Ты что, такой быстрый, что, офигел? Вот у меня Tesla, друзья, она спокойная. Тачка. Она крутая, ты что? Иди вообще отсюда, пошел. Ты что, офигел? Ты куда меня скинул? Что? Стоп, Антон? Где это? Нет, только не это, только не это место, господи. Где я? Ой, ё-моё, извините, пожалуйста, я каким-то боком сюда попал, вы можете мне помочь? Хо-хо-хо, приветствую тебя, странник, ты, наверное, Паша Флейзин. А вы кто? И откуда вы знаете вообще мое имя? Хо-хо-хо-хо, смешной ты, я Дедушка Мороз,
Борода из ваты. Да, конечно, Новый год уже прошел и Рождество тоже. Так что никакой вы не Дедушка Мороз, и у вас борода точно не из ваты. И вообще, возвращайте меня обратно, потому что у нас там эксперимент как раз-таки. Не веришь? А тогда откуда я знаю твое желание, которое ты загадывал на Новый год? Чтобы на твоем канале было два... Нет, все, я верю в то, что ты настоящий. Если ты просто расскажешь мое желание, оно не сбудется, а этого я не хочу. И вообще, что ты от меня хотел? Почему ты меня сюда телепортировал? Я вижу, что ты просишь зрителей подписаться и поставить лайк. Но они тебя не слушают. Может, чтобы твое желание исполнилось быстрее, я попрошу их поставить лайк и подписаться? Блин, а это реально крутая идея. Только давайте, чтобы они точно подписались и поставили лайк, вы одно желание каждого, кто подпишется и поставит лайк, исполните. Хо-хо-хо, хорошо. Но чтобы желание точно исполнилось... Они должны поставить колокольчик и смотреть твои видео. Да, Дедушка Мороз, они ради этого все сделают. И подпишутся, и поставят лайк, и поставят колокольчик, и будут смотреть видосы. Ведь, друзья, такая возможность выпала. Дедушка Мороз, вот сам Дедушка Мороз исполнит ваши желания, если вы подпишетесь, поставите лайк, поставите колокольчик и будете смотреть мои видосики. Вы это представляете? Просто одно ваше желание исполнится. Только, Дедушка Мороз, мне очень холодно, так что я поеду. Можешь меня телепортировать обратно? Пожалуйста. Капец, друзья, Антон офигевший. Иди сюда. Я тебя догоню, я тебя тоже вообще скину, уничтожу. Давай, бам-бам. Ой, ё-моё. Пока. Слушайте, а чё я не могу забраться? Блин, чё капец. Листачки вообще? Взял меня, скинул еще там. Офигевший просто, друзья. Так, ну ладно, я хочу взять как бы Аскер Антон. Опа, о, нормально. Блин, почти заехал. Чё не заезжает твоя зурия с ГТС? У меня лучше. Ё-моё, друзья, вы посмотрите. От нее, блин, живого места не осталось. Ну, кстати, она забирается, прикинь, она реально... Тебе кажется просто. Она потихонечку... Да я вообще-то наравне с тобой сейчас еду. Так, друзья, давайте вот так задом попробуем. Раз, два, три, давай. Ё-моё, друзья, кажется, тесты одинаковые, они фиговые, блин. Ладно, давай. Блин, слушай, реально вообще все очень плохо. Ладно, раз, два, три, берем разгончик и бам! Нет, друзья, не получается. Ну слушай, я буду оставлять свою тачку на пятой ступеньке, потому что реально она не забирается, друзья. И получается, тесты такие же, как и Авентадор. Ну и, ребята, давайте перейдем к нашим следующим машинам. Ну все, ребята, следующие машины это непонятные какие тачки, вообще не понимаю, что это такое. Это реально, друзья, вот кто знает, что за марки вообще машины или вообще как они называются, напишите они в комментариях. Потому что, вот, друзья, вот. Я первый раз такую вообще машину вижу, у Антона тоже, я такую первый раз машину тоже вижу, вообще, реально, напишите, ребята, в комментариях, ну, Антон, раз, два, три, полетели на наших суперкарах каких-то, погнали! Блин, я не понимаю, я не видел таких тачек, вообще не раз, ой, ну, кстати, да, они очень быстрые, друзья, но все же они не забираются, а, нет, у меня нормально, забираются, нормально, ну-ка, давай, на шестую, вот так, бам! Блин, а у меня не забираются. Слушай, у меня не забираются. Мне что-то это не очень-то нравится. Не забираются, давай. Раз, два, три, машинка, давай. Блин, друзья, вообще все плохо. Сегодня тачки какие-то красные не очень. Ну, блин, давай, я верю. Только желтые лучше, конечно. Слушай, у тебя нормально так забираются машины. Но мне что-то это не очень нравится. Я сейчас даже. Так, давай, машинка. Блин, друзья, что за развалюха? Друзья, напишите реально в комментариях, что за развалюха машина. Ну, я пока что вообще не понимаю, что за марка автомобиля. Ё-моё, ладно, давай, раз, два, три, машинка, давай! Смотри, у меня уже почти девятая ступенька! Ё-моё, да, друзья, ну как это понимать? Ё-моё, капец, вообще ничего не получается! Нет, друзья, у меня не забирается машина, ё-моё, так же на пятой ступеньке, ё-моё, тут, наверное, склад машин будет, друзья, сегодня, но... Получается, Антон, ты на какой еще ступеньке? Я на девятой. На девятой. Офигеть, это дальше можно? Не могу забраться. Не можешь. Ну, друзья, все же на девятой ступеньке. Я, получается, на пятой. И давайте возьмем наши крутые бигфуты и уже проверим, кто будет круче. Ну все, ребята, следующие машины это наши крутые бигфуты. У меня, ребята, какой-то, не знаю, Rolls-Royce бигфут какой-то наподобие Rolls-Royce. Развалинский бигфут. Слышь ты, офигел, бам! Вот так, стой! Ё-моё! Ты зацепил. Блин, друзья, ну почти отдался Антону. Ну ладно, раз, два, три, ну полетели, давай, все, вау! Вот ты что такой быстрый? Чё он такой быстрый, друзья, чё за самый быстрый бигфут, вау! Офигеть, друзья, просто поставьте лайк вообще за такой бигфут. Погнали! Ты чё, офигел, не толкайся! Ё-моё, офигеть, слушай, он так неплохо забирается. Мне кажется, это будет призер нашей сегодняшней серии. Нет, вау, твой бигфут тут победителем. Да, твой бигфут полный фиговый. Ай, ё-моё, ты чё толкаешься и пихаешься. Так, все, друзья, давайте вот так потихонечку забираемся. Чё, заладим. До сих пор забирается, что ли? Так, а да, жесткий? Забирается, слушай, неплохо, так вообще по кайфу. Так, ну-ка, давай вот так аккуратненько, давай вот так бам-бам-бам. А почему бигфут не забирается? Слушай, мне кажется, то, что твой бигфут сегодня реально не забирался.
Так, ну-ка, давай. Друзья, 15-я ступенька. Просто, пожалуйста, поставьте лайк за такой Бигфут. Это просто жесть, а не махина. Ё-моё, давай. Забирайся, родненькая. Давай, я верю в тебя. Я верю в тебя. Главное, друзья, верите. Всё, не забирается, твоя развалюха большая. Получится. Так, давай. Друзья, не получается. Друзья, реально не получается. Как это понимать? Нет, друзья, у меня реально не получается. Бигфут практически, ну вот. Ты чё, нет. Здорово. Давай, иди отсюда, чё, я сжимаю. Вообще, друзья, блин, взял меня там догонять. Нет, друзья, я попытаюсь ради вас, ради своих подписчиков забраться. Давай, да. Получилось, забрал, слушай, неплохо, нормально. Так, ну чё, давай. Ступеньки, давай, еще раз, да, если я до синей дойду, то это просто, друзья, однозначно с вас лайкусик, блин. Ну, кажется, я реально не заберусь. Сейчас, друзья, лайк поставьте, потому что Бигфут реально очень крутой. Ты как так? Привет. Как догоняешь меня? Не надо. Нет, друзья, делаем. Всё, я делаю. О, друзья. Да ладно. Поставьте лайк. Да ладно, если до синей доберусь, то с вас лайк, друзья, до синей. Друзья, с вас реально обязательно лайкосик. Ну и слушай, я делаю последнюю попытку. Если не получается, то я оставляю этот Бигфут на этой ступеньке. Все, друзья, реально не получается. 18-я ступенька. Ну, друзья, реально поставьте лайк. До синей ступеньки просто забрался. Ну и, друзья, давайте перейдем к нашим следующим машинам. Ну что, ребята, следующие машины — это жесткие наши внедорожники. Так давай, садись и смотрите, ребята. У нас, ребята, машина-колючка против машины-гусеницы. Кто будет круче, я не знаю, друзья. Мне кажется, то, что машина... Какой ты будешь, господи, вообще-то машина гусеница уже круче, потому что она умеет, ребята, прыгать, умеет, ребят, на парашюте летать, и мне кажется, ничего то, что... не умеет, фиговая тачка. Ой, друзья, вот напишите вы в комментариях, что будет круче, вот машина гусеница, либо же машина колючка, напишите, машина колючка, либо же машина гусеница, ну и раз, два, три, ну, полетели. Погнали. Я быстрее, я тебя просто уничтожу, разгонюсь, давай, ой, вот колючка, она полная развалюха, а вот моя тачка вот так, бам, умеет прыгать, умеет летать. Чё? На парашюте, друзья, просто, ай! Это как произошло? Это как произошло? Я просто вылетел из машины, а? Не надо пока, так делать. Пока, я поехал. Нет, друзья, не-не-не, нифига подумал. Сейчас я догоню. Смотри, сейчас за последнюю ступеньку заберусь. Да какой? Какой последний? Я сейчас заберусь, друзья. Сейчас мне тут надо по прыжочку использовать. И сейчас я тебя догоню. Так, давай. О, нормально. Слушай, на 21 уже ступеньку забирай. Слушай, так вообще неплохо. Так, раз, два, три, давай. Еще на 22, слушай. А вот чего? Это уже круто! Да, на 23-й давай на синюю начнем. У меня 15-е! Блин, слушай, а вот на 23-й у меня уже есть проблемки, я не могу забраться. Но, друзья, раз, два, три, давай, бам! Давай! Нет, друзья, реально не забирается. Да, 23-я это предел, точнее, 22-я это уже предел. Ну, ладно, последняя попытка. Друзья, подожди за последнюю. Давай. Нет, друзья, не получается. 22-я ступенька это, друзья, предел. Ну и получается, давайте уже перейдем к нашим следующим машинам. Так, ребята, следующие машины это наши военные танки. То есть, ребят, смотрите, у меня вот обычный танк. У Антона это какой-то кибертанк, не знаю. Ты смотри, там это свой БелАЗ. Ты чё, офигел? Ты чё стреляешься? Я тебя скину, вот так, бам! Тихо! Я офигел! Друзья, поставьте лайк. Так, ладно, все, давай, я поехал, ты там забирайся как хочешь, но, блин, друзья, просто поставьте лайк за то, как я откинул просто Антона. Иди так, сюда! Ты чё? Ты чё офигел? Вот так бам! Сюда! Нет, не трогай меня, так все, друзья. Газуем! В смысле, реально так? О, вот так, правильно, это за то, что ты меня скинул на Тесле. Так, все, давай, быстрее! Слушайте, у меня уже 8-я ступенька, давай, удачи, слушай, это твоя тачка, да? Это твоя машина, вот так, бам! Просто так будешь! Ой! Ты офигел! Извините, пожалуйста, я не хотел это делать. Все, давайте, я поехал! Так, слушай, уже на 11-ю ступеньку, слушай, а неплохо! Русский танк, Слушай, мне кажется, то, что обычный танк реально круче, чем вот этот вот напичканный всякими фигнями. Не круче! Давай, слушай, а вот у меня уже проблемы какие-то начинаются. Дайте, я не помогу! Я не могу забраться! Не забирайся! Нет, отошел, бам! Ой! Тихо, отходи, не подходи ко мне, бам! А ё-моё! Друзья, поставьте лайк, второй раз кинул Антон. Так давай, забирайся, родненько. О, да ладно, забирайся. Нет, он застрял, друзья, он реально застрял. Че, не забирается? Нет, давай. Нет, друзья, он реально застрял, у меня не забирается. А у тебя забирался, слушай, или нет? Мне ну, конечно, Что это? Не заберется? Ты не забираешься уже. В смысле?
Слушай, мне кажется, твой дар немножко хуже стал после того, как я его немножко откинул. Ох ты, не, смотри, он забирает давай, у тебя. Давай. Ну-ка, давай, и сможешь. Не забирается. Ну-ка, нет, друзья, реально не может просто упирается там и реально не может забраться. Ну давай. Офигеть, он просто взял меня, откинул. Это твой танк. Офигеть, да, это мой. Нет, не трогай его, я тебе сказал. Какой хороший танк. Я тебе сейчас дам, нет, не трогай его, не трогай. Не знаю. Ты с помощью его забрался, это нечестно. Так тоже можно. Офигевший просто, друзья. А еще дальше не могу. Ну а дальше уже не можешь. Ну, друзья, он просто реально офигел. Взял меня, скинул. Потом еще мой танк пытался скинуть. Вообще офигевший. Но получается, ребята, все же этот танк круче, чем мой. Ну и, ребята, давайте перейдем к нашим строительным тачкам. Ну что, ребята, последние строительные тачки у меня, ребята. Это жесткий погрузчик на больших колесах. У Антона это получается БелАЗ. И Антон, раз, два, три, погнали, все, давай. Погнали. Ой, друзья, ну это капец, это черепаха-мобиль какой-то, а? Давай, газуй. У тебя он быстрее, чем мой, но, друзья, я буду разгоняться, пытаться. Ну, слушай, пока что, твой БелАЗик все же немножечко быстрее, но я тебе что делаешь, ты что делаешь? А, да так, ничего. Нет, не трогай мои тачки, не трогай, шлепа, какой, блин, друзья, взял, проехался. Вообще, офигеть. Давай, удачи на своем БелАЗе. О, реально не заезжает, друзья, а вот у меня заезжает. Давай, удачи. Да не заберет, сейчас ты все остановишься. Да, конечно, в основном. Да нет, друзья, я краски заеду. На изи, так, давай, на. Че не заезжает? Друзья, на 11 ступеньке не получается, как это понимать-то? Давай, все, приехал твой. Погрузчик. Нет, нормально, нет, он не заезжает. Он че, реально... все, что ли, реально? Капец, друзья, у него реально не хватает мощности, ё-моё. Он застрял еще, вы что, издеваетесь? Капец, друзья, ну, я не знаю, друзья, я буду его тут оставлять, потому что, ну, реально, он вообще не заберется, потому что, во-первых, вот тут у него вот есть такие ограждения, с помощью которых он не заберется, а БелАЗ Антона... Бывает. Он забирается, ты что, офигел, ты как забираешься? Ну, вообще, видите, с буряки, огромные колеса. Офигевший, ну-ка, тут ты тоже забираешься, он мне реально... Мне кажется, на вот этой ступеньке я уже не заберусь, потому ну, что... давай, попытайся, давай, я верю. Ну-ка, БелАЗики. Ой, давай. Ну-ка, давай, не забирается, давай. Нет, он... не забирается. Ну, друзья, получается, БелАЗ Антона на 12 ступеньке. У меня получается там на 9, на 10. Ну и, друзья, сегодняшний рекордсмен получается у нас кто? Это, ребята, гусеница. 22 ступенька, синий уровень. На втором месте у нас получается жесткий Бигфут. Тоже красная машина, тоже синий уровень. На третьем месте это, ребята, Бигфут и машина колючка Антона. Ну и, ребята, данный ролик подходит к концу. Если вам этот ролик понравился, то, пожалуйста, поставь лайк. Подпишитесь на мой канал, на канал Антона. Ссылка будет на него в описании. Подписывайся на Антона, тоже на своем флейсе. Всем пока, народ! Пока, друзья!